Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, самые лучшие на свете зрители! Мы с вами находимся в самом центре Москвы. И перед вами Зачатевский монастырь или Ставропигинальный женский монастырь Русской Православной Церкви, расположенный между улицей Остоженкой и рекой Москвой. Основан в 1360-х годах митрополитом Алексием, был закрыт в 1918 году и снова открыт в 1995 году в статусе Ставропигиального. Ставропигиальными монастырями называют обители, которые находятся под непосредственным управлением патриарха. И нас встречает надвратная церковь Спаса Нерукотворного, единственная из сохранившихся в советское время, архитектурный памятник конца XVII – начала XVIII века. Первыми монахинями по преданию стали родные сестры митрополита Алексия, принявшие в монашестве имена Иулианы и Евпраксии. Сейчас Зачатевский монастырь – самая древняя обитель монахинь в Москве. Она воссоздавалась практически из пепла 5 раз. А так как я живу недалеко от храма, то мы часто гуляли по Остоженке. Я даже застала вот эту жуткую картину разрухи, которую вы сейчас видите. И было мало надежды о том, что монастырь возродится. И поэтому мне особенно радостно видеть построенный вновь храм и оживший монастырь. А значит, всегда есть надежда на возрождение. Зачатевский монастырь посещали бездетные супруги в надежде исцелиться. Говорят, что многие там излечивались от бесплодия. Даже царь Фёдор Иоаннович и царица Ирина в девичестве Годунова совершали паломничество в эту обитель. Скоро после этого у них родилась дочь Анна, и согласно обету царственная пара возвела храм в честь святой Анны с пределами ее небесных покровителей, святой мученицы Ирины и великомученика Фёдора Стратилата. В монастыре для престарелых и немощных монахинь была устроена богадельня, а для девочек-сирот – приют. Здание церкви сошествия Святого Духа состояло из двухъярусного однопрестольного одноглавого храма и двухэтажной богадельни. Уже даже одним своим размером храм впечатляет. 10 маленьких церквей, 10 пределов воссоединены в величественный архитектурный комплекс. Главная святыня обители – гробница преподобных Иулиании и Евпраксии. Главный вход в собор выполнен в традициях красных крылец, украшен шатриком, венецианским фонарем и резьбой по камню. Особой благодатной помощью в устроении брака семьи, матерям отличается и пребывающая в обители чудотворная икона Божией Матери Милостивой, или, как ее еще именуют, услышательница, а в народе по-простому – Божья Матерь с ушком. Пресвятая так повернулась с младенцем, что ушко обнажилось. И сколько она так уже выслушала просьб, и сколько исполнила! Дорогие друзья, вы уже помните, что в этом соборе 10 маленьких церквей, 10 пределов. Ну а мы с вами сейчас
находимся в главном престоле, посвященном Рождеству Пресвятой Богородицы. В храме очень красивая роспись, напоминающая древнерусское письмо. И чтобы подробнее рассмотреть и архитектурный стиль храма, и расписанные красиво стены, я предлагаю послушать и посмотреть фрагменты патриаршей божественной литургии, проходившей в праздник Рождества Пресвятой Богородицы в этом году. Ну, а я с вами, мои дорогие, прощаюсь. Спасибо большое, что были со мной, и желаю вам, как всегда, здоровья, мира в душе и мирного неба над головой. А я буду молиться за нас. До встречи! Господу помолимся, заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью, Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Яко благ и человеколюбец Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.